Подводим итоги матча «Старая школа Скиф». Победа черных со счетом 2-1. Роман Борисенко, Иван Фролов. Вань, поздравляю с победой. Делись впечатлениями. Спасибо. Давно не был на футбольном поле. Провел, наконец-то, полноценный хотя бы тайм. Правда, пропустил. Но все же, мне кажется, мы сделали выводы после игры с Юпитером. И очень сбалансированно сыграли. Конечно, замен не хватало. Но победа, считаю, заслуженная. Сопернику спасибо за игру. И, во-вторых, это была очень принципиальная встреча. Если не заменяет память, в таблице где-то очень рядом идем. Поэтому задача стоит забрать все очки по максимуму до межсезонья. Вань, я не узнаю старую школу. Смотрю статистику, ни одной желтой. Что случилось? Это... Не проснулись, что ли? Ну, возможно, и не проснулись, да, желтых нет как-то, но более все-таки все сейчас нацелены на результат и понимают, что та же желтая, теряется ритм игры, и как бы идем к тому, чтобы быть единым целым и забирать свои очки. То есть выводы делаете какие-то, да, из-за дисквалификации, удаления своих? Конечно, конечно. Те же дисквалификации, ротация пропадает, и человек работает, считай, за двоих замен нет. Все логично, мне кажется. Ром, уступили. Твое краткое резюме, почему сегодня не получилось? Слушай, даже не знаю, почему не получилось. Просто свои моменты не забили в первом тайме. Ну, я скажу так, 4 стопроцентных мы не забили. Из 4 забей 2, игра по-другому бы поменялась. У ребят тоже было 2 хороших момента в первом тайме. Вот. Ну и, блин, 2 гола пропустить со своих угловых, это, конечно, надо постараться и проиграть, 2 мяча пропустив. Не проиграли, потому что просто не забили сегодня, моментов было полно, на самом деле. Первый тайм просто переиграли ребят мы. Вот. Они молодцы, как бы сами играли и нам давали играть. Приятно играть в такой футбол. Вот. Скажи, по прошлой игре с Деспирадос, да, вели 2-0, говорил, что на концовку сил не хватило, сегодня практически 2 состава привез. С этим связано, да? Хотелось поддерживать высокий ритм всю игру? Да ты знаешь, непонятно, как у нас то 8 человек, то 14. И черт его поймешь, как так бывает. Первый раз, наверное, собрались так плотненько. Даже не знаю, наверное, очень много народу. Надо человек 11 максимум собирать. Ну, чтобы ты понимал, я знал, что приедет человек 10 на игру, а приехал вот, 14. Ничего себе, вот так бывает. То есть это сыграло сегодня не в вашу пользу? Получается, у меня и там парни недовольны, что поиграли мало, и получается, кто-то, ну, и результатом в итоге остались недовольны. Получается, и не поиграли толком некоторые там, ну, кто-то больше, кто-то меньше, сам понимаешь, есть основные игроки, есть как бы, ну, у нас нету кто основной, кто не основной, то есть, по сути, потому что у нас всегда приезжает 8-10 человек, а тут все обычно наигрываются, а сегодня, ну, я так понимаю, что, ну, короче, обидно, обидно, играли не хуже ребят, как бы, но просто они выиграли, вот и все, а мы сегодня не забили свои моменты. Ничего, во втором круге, я думаю, мы отыграемся.